Здравствуйте, подписчики канала Банды Школьников 1337. С вами я, Неустар. Это, я не было меня на канале так много, потому что это, ну, у меня материнская плата сломалась и купили мне новую. Мне моя мама сказала, что у меня будет Windows 10, но почему-то у меня Windows Vista в оконном режиме. Я не понимаю, в чем проблема. Меня обманули. Я купил за 3 миллиона себе новую материнскую плату. И у меня Windows 10. Всем пока. Меня не будет на канале еще 3 месяца.